Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем проходить игру инди-хоррор Ice под названием. Мне уже в личку просто задолбали писать. Сделай Ice, не хочу других смотреть, хочу твое прохождение Ice этого посмотреть. Ice, baby, Ice, хорошо, я сделаю, вот для вас, эта игра, Play Option Credit, мать его так. Я сегодня Let's поспал, Let's поел, Let's посрал, и теперь летсплей буду записывать. Можно на все летсплей записывать, на абсолютно на всю жизнь. Но я запишу именно на эту игру, потому что вам нравится прохождение инди-хорроров. Я, конечно, играл уже в эту игру. Я сейчас вообще какой-то бред несу. Что-то вообще протон моего головного мозга зашкаливает. Я не знаю, все, поехали. Что я рола? Just wanna talk about breakband business. Already check out for ya. Я нихуя не понимаю, я матерюсь. Мы это запикаем, а может не запикаем. I have the front door key. Нажмите, чтобы скипнуть. Найдите 20 монет, чтобы выйти, exit. Прячьтесь, бегайте. Смотрите, стамина. Дарст. Смотрите карту, я ничего не понимаю, что тут написано, но я так понял, что нам надо от кого-то убегать. Сейчас будем просто бегать, убегать, кричать. Это для разогрева я крикнул, вы не подумайте. Ну, я немножко упоролся сегодня, встал с этой кровати и пошел гулять. Я эту игру, кстати, уже видел, то есть я в нее играл. Башмак мой. Эй, чей туфля? О, моя. Первая монетка. У меня такой же телевизор был, кстати, раньше. Что это вообще за игра? Я уже вижу, что она на Unity. Обязательно на Unity. Ну как же? Давайте снимем. Давайте сделаем игру. А на каком движке мы сделаем? Может, Unreal Engine или там, я не знаю, Crytek? Че, дурак, что ли? На Unity все будем делать. Push the door. М у нас карта? Слушайте, если честно, я играл в эту игру только не... Только не с такой графикой, и что-то тут очень все изменено. Эта версия была старая. Тут что, все двери так надо будет открывать? Что это за портреты моего дяди, моей прабабушки? Что, кто это? Все эти люди. Эти люди на меня смотрят. Я стану сюда, но он все равно смотрит на меня. И сюда стану смотрит. Ну, ладно. Айкин лифт, надо 19 монет собрать. Слушайте, ну мне как-то страшно от ихнего взгляда. Кто эти люди все? Зачем они тут? Что это? Press Q to see. Слушайте, я немножко понимаю, и я так понимаю, что эта голова летающая нас будет преследовать тут. И эта голова... Что это за крючок? Эта голова к нам когда подлетит... Хорошо, что я не под лестницей прошел, это плохая примета. Что? Что все трясется? Это плохая примета, и если плохая примета, значит, нас могут обкакать сверху на голову нам. Куда идти? Где монеты искать? Так, знак. Где она? Где она? Почему? Как? Куда? Куда она летит? Надо валить, наверное, да? Блин, на куда бежать? Я боюсь. Монетки, монетки. Ой, нет, она тут. Нет. Она тут. Куда прятаться? Тут даже нету. Куда спрятаться? Где это она? Я даже не могу сообразить, где это. Она летает. Фу, дверь открыта. Так, давайте, у нас тут бег есть. Что-то у меня мышка, блин, новую мышку поставил. Она какая-то говняная. Давайте вниз пройдем. Я немножко уже знаю тут, где, куда можно идти, потому что я видел у некоторых других летсплейщиков эту игру. Крыски, крыски, цементик с собачкой на упаковочке. Так, ну что, где же кто? Я уже собрал 4 мешочка с вазелинчиком. Ну, тут ничего нету, тут цепь, надо найти ключ. Воу, ключик. Ключик, где же ты? Я тебя найду, как цветы. Так, вот, знак. Давайте проверим. Бля, она идет вниз! Так хватит мне показывать, я вижу. Валим, ран! Сучка, ты меня нашла, это сексуальная голова. Она мне напоминает мою девушку. Давайте еще раз попробуем. Скипнем, все это скипнем.
Она напоминает мне мою бывшую учительницу по Жан-Клода зондированию. Слушайте, а те мешочки, которые мы нашли, они считаются, что мы их нашли, или нам каждый раз надо новые собирать? Нет, нам каждый раз новые надо собирать. И еще прикол в том, что... Так, мы сейчас наберем кучу этих, будем смотреть, где она. Так, тут надо все быстро просто делать, быстро. Тут нельзя пройти. Мешочки скалам надо собирать. И они регенерируются постоянно в разных местах. А это, знаете что? Так, где ты? Так, ты сейчас в подвале, понятно. Они постоянно где-то рендерятся. Что и какие рендерятся? Что, дурак вообще? Я не знаю, я даже сейчас не понимаю, как люди меня смотрят. Просто они смотрят на упоротого человека, который играет... Нет! Нет, ну пожалуйста, ну нет. Я сюда залез. Нет, ну пожалуйста, пожалуйста. Я знаю, ты сейчас забежала туда, а мы так оба-оба-оба. И сюда. Пробежали. Давайте на верхний этаж. Я не понимаю, как она... Как она за мной так бегает? Твою мать, ну как? Я тогда помню, в прошлый раз проходил, и мне так тяжело было. Я подумал, как эту игру можно вообще пройти. Она же как, я не знаю, как физика, как математика. Она тяжелая на вкус. Я ее попробовал на зуб, и на меня дед-то так смотрел. Помню, в школе такой же. Давайте с первого этажа начнем. Это падла, это голова не так пугает, как хочется... Как дать ей по макушке, чтобы голова полетела. Как мой дед, помню, говорил. Меня это смешило, когда мне 3 годика было. Брат мой... Мы с братом шли, и он... Брат мой, ну, на 5 лет младше меня, ну, а мне было 5 лет тоже. И как он мог младше быть, я не знаю, потому что... Он тогда еще не родился. Что... Как ты можешь... Фу, блин, крысы пугают. Так он говорил моему брату, когда тот баловался, говорил, че как дам по башке, так башка и покатится. Я так смеялся, как повар, можно сказать. Какова твоя профессия? Вот так вот я смеялся. Сука, он опять тут, это голова. Нет! Быстрее! Уйди, тебе голова. Нет! Сука, она там. Давай, мы еще сможем убежать. Run, Блудлинос, 5 бичи! Я понял, давайте на 3-й этаж сразу, чтобы... может, мы тут ключ найдем. Так, тут... Блин, тут еще и закрыто. Что это за комнаты? Что это за швейцарский дом? Нет! Стоим, ждем. Она пролетит. Чуваки, знаете, какой мне сегодня сон снился? Мне снился сон, что я прохожу эту игру, меня хватает сердечный приступ, я падаю на пол, зову Блэка Сильвера, он приходит и говорит, всем привет, сегодня мы сделаем обзор на мертвого Блудлинуса. Я нашел какую-то комбинацию, но я не знаю, что это за комбинация. Я нашел листочек бумажки. Так есть, она в подвале, давай. Выходи, не надо нам тут лазить пока что. Так, откуда я пришел, в принципе? Наверное, сзади. Ой, кто-то стучит. Нет! Только не включай музыку, эта голова сразу прилетит сюда. Ой, как хорошо, 11 монеток там мы нашли. Ну, пожалуйста, только не умирай. Так, сейчас надо... Так, 11 монеток мы насобирали. О, знак. Так, есть, она по подвалу еще все лазит. Вот только одно мне интересно, куда надо... Где ключ мне найти, потому что... Вот только не говорите, знаете, что мне надо будет открыть. Тут... не надо меня пугать. О. Блин, что там? Я уже за наушниками слышу, что что-то скрип... Сейчас, секунду. Мне показалось, что уже за наушниками кто-то дома в дверь скрип... Давай, я знаю, ты справишься. Есть, давай, вот так. Сюда. Сейчас здесь по-быстрому найдем мешочки. Я знаю, тут кто-то играл в эту игру и мешочки, в мешочках оставил
Свой кал Декстера. Еще два мешка. Я уверен. Нет. Нет! Пожалуйста, нет. А, она внизу. Че я сру-то? Кирпичами. Она-то внизу. Я только не могу понять одного, почему тут-то трусятся эти колозавры эти гребаные. Так, у нас один мешочек, да, остался? Или два? Где же он? Где же ты? Я бегу за тобой. Я такие песни слушаю. 18. Последний мешок. Но последний мешок, где мне найти? Пам-пам-пам-пам-пам. Не играется пианино. Так, где последний мешок? Последний. Я уверен, мы где-то его... Где-то мы пропустили. Диванчик, карда... Во! Есть! Друзья, давайте бежим. Нет! Я спрячусь тут пока что. Давай, пожалуйста. Нет, только не залетай. Фу, она на третьем этаже. Вы видели, она только что тут была, возле лестницы. Давайте возьмем знак на всякий пожарный. Она... А один еще надо, но как? Там же закрыто. Нет. Мне один мешочек осталось найти. Мешочек. Ну тут закрыто, я не знаю, как открыть. Надо найти ключ. Find a key. Ну, опа. О, вот он, кстати. А зачем тогда нам меш... Зачем нам тогда ключ? Так, сейчас не будем тратить бег. И сейчас выйдем. Итак, все. Мы только дойдем. Только до двери осталось нам дойти. Что такое? Лаги. Лаги, ложочки мои. Все, дверь открывается. И мы прошли эту игру. Hi, congrats, man, nicely done. Ты ответишь на мой звонок? Донован Ток, но я не хочу разговаривать, не сейчас, сори. Почему? Я чувствую себя странно в этом доме. It's comment for me. Все, короче, он чувствует себя херово, у него несварение желудка, ему надо принять испумизан, и думаю, с ним все хорошо будет. Мы прошли эту игру, не такая уж она и сложная оказалась, просто игра акцентируется на том, чтобы надо было бегать по дому, собирать вещи, тот же самый Слендер, я не знаю, почему вам так хотелось, чтобы я ее прошел, потому что она необычная просто-напросто, но если вы хотите, чтобы я что-то проходил, пишите, и если игра окажется реально хорошей, то я ее пройду. Ну это более-менее, кстати, игра, я бы не сказал, что супер, но вот такие дела. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии обязательно. Рекомендуйте друзьям видосы мои, если они тоже смотрят там летсплееров каких-то или типа такого, или им нравится, как я буду кричать. Ну ладно, всем удачи, всем пока, скоро выйдет метро, так что не скучайте, всем удачи.